Иногда, зайдя на сервер, ты даже и не представляешь, что тебя может ожидать. Тебе может сразу повезти, и ты найдешь топовый лут, а может попасться клан китайских читаков. Как вы думаете, на какой вариант нарвался я? А это, кстати, я пытаюсь проникнуть на китайскую территорию. И я жду ваш лайк, чтобы продолжить просмотр. Я все еще жду. 15к чизеров – это цена следующего ролика. Ах да, про колокольчик тоже не забывайте. И я думаю, рубеж в 200к мы сможем преодолеть. Приятного просмотра. А спонсором ролика является GFN. Знаешь, как поиграть в раз на максималках и без тормозов? Регистрируйся на gfn.ru и запускай игры из своего стима и других цифровых магазинов с любого устройства. MacBook, старый ПК, ультрабук или смартфон на Android. Представь, что тебе прямо сейчас подогнали RTX 2080, новый процессор и 16 гигов оперативы. Каждая игра из библиотеки GFN запускается с максимальными настройками графики без тормозов. Самое главное — иметь стабильное интернет-соединение. Специально для тебя есть базовая подписка с небольшими ограничениями, которая бесплатна. Однако я рекомендую оформить премиум с очевидными преимуществами. 6-часовые игровые сессии, отсутствие очередей и трассировка лучей. Кстати, жители Урала и Сибири наконец-то тоже получили возможность подключиться к серверам GFN. Сам подумай, зачем тратить огромные деньги на топовые комплектующие, которые устареют через пару лет? Заводи неустаревающий облачный компьютер уже сегодня. Регистрируйся по моей ссылке в описании, подключай премиум и получай крутые подарки. Ранний доступ к различным новинкам, наборы редких скинов из Hyperscape и подарочные предметы Warframe. И не забывай Киберпанк совсем скоро. Регистрируйся сейчас и будь готов покорять Night City одновременно со всем миром на gfn.ru. Я только заспавнился на пляже, и на меня напал сразу бомж Naked, и мне пришлось с ним разобраться. Последнее слово. Дай мне свой череп. Мне бы он пригодился реально. Я скрафтил себе лук. Забрал черепуху у волка и нашел своего личного фармера. Please pick me up. For what? I'm from Poland. Please pick me up. You try to kill me. Please. Okay, pick you up. Thank you. Take it. Помянем мелкого. Меня тоже, кстати, помянем. Пожалуйста, пожалуйста, только выиграй. Ух ты. МВК, дверь в этом доме? Ничего себе. А можно мне что-нибудь отсюда украсть? Workbench level 2. Так, нет, это нам не подходит. 50 МВК, одна гаражка. Угу. Знаете, куда вы можете ее себе пропихнуть? Томпсон 600 серы. Звучит аппетитно. О, май. Ну, естественно, как бы. Я хочу где-то тут домик отстроить. Потому что место, мне кажется, шикарным. Понял намек. Я увидел сгнивший домик, который находился в идеальном для меня месте. Ну, по крайней мере, я так думал на тот момент. Отличный антирейд дом. Ай, о! О, вообще мне нравится. Уже отлично. Класс. Пушка. Я обустроил свою новую квартирку. Поставил ящики, ну все удобство, как говорится. И побежал фермить дорогу. Ух ты, что я нашел?
Это сразу домой. Это плюс электричество, так сказать. Так, сейчас мне эта штучка поможет выяснить, чем мы будем заниматься. Отлично, я считаю. Ну, давайте посмотрим, что нам выдаст. Магаз, значит, да? А магаз у нас аж тут. Я могу купить берданки и патроны. Идем туда. Я взял с собой единственную металлическую кирку и побежал фармить серу, чтобы купить пушки, но как вдруг встретил их. Блять, я тебя запуярю. Изи. Нет, я сдох. Не изи. Два хита. О, но, вульф каминг. No! Так, волчара, спокойствие. Нет, у него там есть потолки. Блин, бедолага. Он с дома вышел, не? Оп. Это его дом? Да иди ты на... Я взял оружие киберспортсменов и вернулся к их дому. Why not? Нормально их там выбежал из дома просто. Я одобряю такое, одобряю. Но я знаю, что я сейчас сделаю. Им это очень понравится. Я пойду куплю берданку и выбью у них все пушки у них. Хороший тут кланчик возле меня обитает. Ну, блин, как обычно, я не могу без приключений и без типов, которые вот будут жить и мешать мне играть. Ну, реально. Просто убиваешь одного и выбегают еще 7. Нормально, как бы, почему и нет? Че, у меня чирка семизарядная, я как бы имею право убить всех 7. Кстати, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, дайте мне кирку. Ну вот, можно мне кирку? Ну вот, просто кирочку мне можно? Канидо, вези меня туда, где будут серные камни. Мы с конем немного пофармили серу и побежали покупать берданку, но... Купить мне ее не удалось. Меня убила турелька. Я проснулся на спальнике и увидел сгнивший домик. Ё-моё, у него походу много всего было. Соленья! Вау! То, о чем я мечтал. В доме шкафчика не было, поэтому я позабирал все печки и забрал большие ящики. Ну, из 6 один раз проблеваться, в принципе, неплохой результат. Конь, как думаешь, это зарейженный или это сгнивает? М? Канидо. 600 хп у стенки, понимаешь? Mm.
Меня снова убили эти китайцы, и не вернуться к ним с чирками я просто не мог. С калашом! Такая тень смешная. Да ты задолбал, ты будешь сегодня подниматься наверх или нет, алло? Я тебя тут как бы жду, между прочим. Ну и, то есть ты походил и решил остаться дома, серьезно? А ну сюда иди, я тебя что тут зря жду? На 120 метров стреляет? Неплохо, я считаю. Для тех, кто не понял, объясню. Тип бежал, даже не смотрел в мою сторону. Повернулся, побежал ко мне. Окей. Он узнал, что я сижу за печкой, при том, что я не издавал ни единого звука. И естественно, в мою голову прокрались небольшие сомнения по поводу его честности. Может, он перерабатывать потом пойдет сразу? Ну, это по-любому китаец какой-то. I have only this stuff, bro. Take it. И я был прав. Это был один из китайцев. Идем домой. Минус один китаец. Сколько их там выбежало? Их там что, весь Китай, что ли, побежал за мной или что? Четыре типа уже бегут в мою сторону. Оу, вау. Мне нужно дерево. Офигеть, у меня 9 топки есть. Вау, просто огонь. Что он тут забыл? Мой антирейдовый дом как бы стоит и никому не мешает. Зачем он возле меня строится? Ну шора, народ. What the fuck is going on? Почему у меня в пешке не 70 патронов под одной обойме? Чего? Недолго музыка играла, моих соседей начали рейдить. Серьезно? Я наблюдал над зрелищным поединком, но наблюдать без шоколадки я не мог. И даже если бы я убил того бомжа, убежать со всем лутом я бы не смог.
Наконец-то я смог поставить первый верстак. И с этого момента я мог крафтить двушки и лестницы. А ещё хуй шолик, хля? Хуй карика, бро? Да-да, давай-давай, постреляй. Угу. Fuck you, Chinese dog. Fuck you, bitch. You so bad, bitch! Нормальный растер бы уже вышел с этого сервера. Но вы ж меня знаете. Я ненормальный. Эй, Chinese, Chinese, my friend Chinese. You are dead, bitch. Yeah.
Я забрал самое ценное и решил отбежать. Но китайский читачок побежал по моим стопам. Кстати говоря, он знал, что я нахожусь именно здесь. Лол? Он знал, что я тут стою? Я спрятал все шмоточки в смолстэшике и появился дома, так как я нашел интересный домик, который я мог себе забрать. Хороший дом, мне нравится. И вот я убежал за несколько квадратов от того места, где я жил раньше и где были китайцы, но они меня нашли и тут. Of course Chinese, ну вы можете сказать, это было совпадение. И тут тоже совпадение. И то, что они откопали мои смолстэши, тоже совпадение, да? Кстати говоря, новый домик и старый домик все зарейдили. А, так они уже меня зарейдили. Но недолго их музыка играла, и они начали постепенно отлетать в бан. Ого, тут и пулемет, и тут все стреляют. А как мне попасть за стенку, непонятно. Интересно, у них были что-нибудь? Может быть, кто-нибудь на улице уснул? Они все выкинули. Все, да не все. О, шкафчик, привет. Отлично, они получили бан и все задиспавнили. Красавчики. 5 баллов. Hello, Chinese? Where are you? Основную шайку читаков забанили, и остались некоторые китайцы, которые бегали и диспавнили весь лут. No, not despawn it, my friend, not despawn it, please give me your base. Not despawn it, give me your loot. Yes, I see you, give me your loot. Yes, I see you, why are you so bad? You get raided my base, give me loot back. I see you, yes, come here. You get raided my base, I'm solo player. Why you raided my base with cheats? Эй, Chinese friend. Ни хао, Chinese friend. Вот мог бы как нормальный китаец поступить, отдать мне свою базу, я бы все задиспавнил сам, хотя бы посмотрел, что у вас есть. Нет, нужно было обязательно все вот так вот по-свински сделать. Я сделал небольшой ремонт форпоста, застроил шкаф и покинул этот сервер, так как на нем меня больше ничего не держало. Китайцев больше не было. Внимание, внимание! При съемках данного ролика ни один китаец не пострадал. Жаль, у меня ресурсов нет, чтобы это все улучшить. В фильме снимались АББББ, Лиан Дао, Трамп Номбер Ван и еще огромное множество китайских хакеров. Мой друг просил передать одну очень важную вещь. Надеюсь, вы воткнули свой лайкосик и поставили колокольчик. Всем пока! Ну и от себя я хотел бы поблагодарить моих подписчиков и моих зрителей. Спасибо вам огромное, что вы остаетесь со мной. И спонсорам привет!